Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале, приветствую вас на своем очередном расхламлении. В течение этого расхламления, которое на самом деле было затеяно не как самая обычная уборка, у нас сегодня снова дождливый день, снова тучи нависают и достаточно темно, никуда не пойдешь. Я на самом деле решила капитально убраться, наконец-то разобрать вещи, которые были сложены не в местах, которые для них предназначены, но в итоге все переросло, в том числе и в расхламление. Это расхламление научило меня определенным вещам, сейчас я поделюсь с вами своими выводами, ну и также покажу вам те вещи, от которых я решила избавиться. Сейчас 2:30-2:35 времени, соответственно, скоро мне ехать за Данечкой, но почему я показываю эти часы? Эти часы – пример временной вещи в нашем доме. Когда я родила Габрюшечку, а потом скоро-скоро родился и Данечка, вот подобные часы мне были очень нужны. Мне были нужны часы с крупным циферблатом, которые стояли бы у меня на тумбочке, которые бы внутри светились, они светятся в ночи. Это нужно было мне элементарно для кормления, понимания, когда ребенок проснулся, хочет он есть, либо он проснулся, потому что что-то его беспокоит. Ну и также эти часы подсвечиваются. Не видно, но чудесным образом можно нажать, и они подсвечиваются, но это не что иное, как пример временной вещи. Такой вещи не было. Вещь по дизайну, которая бы мне подходила, я не нашла и купила, что называется, то, что было, заказала на Амазоне, и все это пришло и послужило очень хорошо. Сейчас уже отваливается вот эта верхняя часть, потому что Данечка постоянно пытается разобраться, как эти часы устроены. Здесь нет одной силиконовой ножки, и эти часы уже два раза точно попадали в ящик, мусорный ящик. Я вынимаю батарейку и, в общем-то, пытаюсь от них избавиться. Мой муж их чинит и ставит обратно на место. Я сейчас их прямо-таки в карман положу и выброшу, потому что это временная вещь. Она послужила столько, сколько она должна была служить, даже больше. Она эстетически мне не нравится, она не подходит по дизайну к тому месту, куда я это поставила. И, в общем-то, нужно избавляться от таких вещей. Но возникает хламовая слепота в отношении таких вещей. То есть нам кажется, что это функционально, еще работает, почему бы и нет. И мы совершенно забываем о мотиве, почему мы купили с рождением маленьких детей, допустим, пластиковые стаканы, почему мы приобрели огромное количество домашней одежды, которую бы раньше не носили. И эти вещи продолжают жить, эти вещи продолжают занимать не просто пространство, они отнимают у нас огромное количество времени, потому что эти вещи требуют ухода, их много, их нужно переставлять, за ними следить и так далее. Одна из временных вещей также – это вот такая пижама. Я вообще не думала, что я когда-то в жизни надену такую пижаму. Это пижама вот с таким прекрасным лосем, даже не знаю. И эта пижама, как сейчас помню, была куплена, а также я купила всем членам семьи для того, чтобы мы отпраздновали Новый год. Это был первый, наверное, Новый год, возможно, второй, который мы праздновали дома. Мы заказали еду из ресторана, и я сказала, давайте сделаем пижама-пати, потому что, мы дома, давайте все оденемся в пижамы, и будет у нас такая тематика нашего новогоднего вечера. Я купила такую пижаму своему мужу, я купила такую пижаму себе. Как сейчас помню, я купила даже ползунки для Данечки, вот прямо-таки такой расцветки в клетку, и зеленая маечка у него была. И детям старшим тоже купила такие пижамы. И эта пижама потом благополучно перекочевала в пижаму. Она никогда мне не нравилась, она никогда не доставляла мне, как я люблю говорить, эстетического удовольствия. И Данечка был новорожденный. Это значит, что Данечка, поскольку он родился в марте, ему было, наверное, почти 9 месяцев, когда мы праздновали Новый год, а сейчас Данечке уже 3,5 года. И все это время эта пижама, в общем-то, была где-то на полках. И это тоже временная вещь. Она отслужила свое, я покупала ее как некий карнавальный костюм, наверное. И я могла сразу от них избавиться, от этих пижам, но не избавилась, в общем-то. Пожалела, наверное, времени. Еще одно правило, к которому я пришла, именно в этом расхламлении, очень простое. Почему-то раньше я на это не обращала внимания, что называется, неосознанный был этот факт. Я заметила, что определенные вещи занимают очень много объема. Например, домашняя одежда. Она бывает сделана из таких материалов, все это очень красиво смотрится на полках, все это мимично очень смотрится на вешалках, когда мы заходим в отдел, допустим, с домашней одеждой. Это, как правило, вот такой, я не знаю, как называется на русском, а на итальянском это называется pile. Это 100% синтетика, и, в общем-то, все это так мягенько, хорошо, и кажется, что согревает. Кстати, очень электромагнитит волосы. Надев такой халатик, надев, вот, в общем-то, из такого материала какую-нибудь фельпочку, худи и так далее, в общем-то, можно попрощаться с красивой прической, потому что волосы будут очень-очень сильно намагничены. И это самый обычный халат. Посмотрите, как много места он занимает. Но на самом деле это может быть и просто банный халат, в котором, например, я не нуждаюсь, но он у меня есть, банный халат. Более того, у меня какие-то 3 банных халата есть.
благо два лежат в гараже, от некоторых я уже избавилась. Я поняла, что когда сейчас буду покупать вещи, но это прежде всего определенная категория вещей, я буду обращать внимание на их объемы, прямо таки как они сложены на полке, либо как я их непосредственно в моменте в магазине могу сложить, потому что это важно. Огромное количество занимают просто зачастую вещи домашние, которые я использую дома, которые просто должны занимать меньше места. Я думаю, что уже очень многие зрители поняли, что я наводила порядок и расхламляла в том числе свою гардеробную комнату. И в гардеробной комнате у нас, потому что в свое время у нас стояло два детских стульчика, теперь остался только один детский стульчик, был поставлен самый обычный стул, который нам был за ненадобностью в моменте, который, скажем так, из кухонного гарнитура у нас. И я часто цитирую это правило минималистов, минимализма. Пустое место должно оставаться пустым. Пустая полка максимально должна оставаться пустой. Пустой ящик также, потому что это готовое место, куда мы всегда можем что-то положить. Его не нужно, скажем так, заселять вещами, которые там поселились один раз и надолго. Вот так же с этим стулом. Я поставила его в гардеробную и думала, что ну вот просто это будет такой у меня объект в моей гардеробной. Ничего подобного. Этот стул всегда не просто заложен, он завален огромным количеством вещей. Когда этого стула нет, я каким-то образом обхожусь без этого, скажем так, места, куда можно что-то повесить, набросить и так далее. По всей видимости, я элементарно сразу убираю все на место. Но когда этот стул появился, в общем-то, я была вынуждена каждую неделю, как когда-то в студенческие года, разбирать завалы своей одежды, которая нависала, свисала и как-то громоздилась вот на этом стуле. Поэтому еще одно правило, к которому я пришла, действительно, по возможности не заставлять, скажем так, то пространство, которое пустое, мебелью, которое может показаться, будет долго оставаться пустым. Нет, как раз-таки у минималистов пустое место остается пустым, у захламистов пустое место очень-очень быстро захламляется. В недрах своего гардероба я нашла вот такую юбку. Это большое мое вообще сожаление, эта юбка, она была сшита на заказ, посмотрите, она огромная просто, потому что я шила ее, будучи беременной. Я в то время очень хотела юбку туту себе, их невозможно было купить в Италии в каком-то хорошем исполнении, можно было на каких-то прям таких китайских сайтах только заказать. И я искала себе юбку туту, они были очень популярны в России, и их совершенно не было здесь. Ну и я решила, что я сошью себе на заказ подобную юбочку, как только рожу, похудею, буду носить. Но эта юбка оказалась выполнена очень плохо. Ее действительно, несмотря на то, что шили на заказ, причем шили в отделе свадебного платья. Я не представляю, как можно было такое шить, здесь очень неаккуратно пришита резинка, все засвечивает на камеру, кажется красиво, но в общем-то это совершенно неносибельная вещь. Ну и плюс она очень-очень широка. Ее, конечно, можно переделать, заложив тут пару складок, либо, допустим, отпоров тюль и пришив новую резинку, но оно того не стоит, потому что, в общем-то, я поняла, что я больше потрачусь на эту вещь, переделывая ее, чем буду получать радость от ее ношения, тем более, что юбки туту, они изначально вызывали большое сомнение у моего мужа. Я много раз спрашивала, тебе нравятся такие юбки? Он всегда говорил, нет, мне не нравятся такие юбки, поэтому я могу ее переделать, пару раз надеть, оно того не стоит. Эту юбку я приготовила для Хэллоуина. Хэллоуина в этом году не было в нашем регионе, потому что был дождь очень сильный, и все отменили. Соответственно, она лежала, ждала Хэллоуина, теперь я, в общем-то, от этой юбки избавляюсь. Также я избавляюсь вот от этого шелкового платья. Сегодня такое совпадение, это тоже платье, сшитое на заказ. Оно сшито очень-очень давно, Егору было, наверное, 4 года. Я тоже шила его здесь, в итальянском ателье. И как раз-таки, выбирая шелк для этого платья, я и знаю совершенно точно, что можно сшить прекрасные шелковые платки на заказ. Посмотрите, как можно было бы красиво взять материю и, в общем-то, просто попросить мастерицу, чтобы она хорошо сделала край, как умеют это делать люди, которые занимаются кройкой и шитьем профессионально. И я выбрала эту ткань, также другую. У меня было много таких платьев, но потом случилось то, что случилось. Я была беременна, мне было не до таких коротких платьев, легких. А потом я очень сильно похудела. Это платье у меня просто не держится в груди. Я попыталась этим летом его поносить и поняла, что это платье эстетики для меня уже не представляет, потому что оно просто на мне не держится. И кто-то, возможно, видел, кто-то помнил, как это платье я умудрилась как длинную юбку надеть под свитер. Как раз-таки это платье попало у меня в коллекцию «Доносить и выбросить», а сверху я перехватила резинка, я очень много раз рассказывала про этот лайфхак, что резинка под самый обычный кожаный пояс позволяет мне хорошо драпировать одежду. Эта резинка послужила мне, чтобы превратить прекрасное мини-платье в красивую юбку миди. Это фельпа, это получается толстовка. Толстовка. Это очень интересный дизайнер Derek Van Noten.
И я тоже покупала давно-давно. И хорошего качества, все меня устраивает, но уже эмоциональный ресурс — эта вещь свой выбрала совершенно точно, поэтому, в общем-то, от этой вещи я также избавляюсь. Также у меня здесь есть прекрасные летние платья, рубашки. Вы не поверите, это мое белое платье, оно случайно попало. Кстати, хорошо, что видео записываю, так бы, наверное, и выбросила нечаянно. Для расслабления попали различные рубашки, которые я привезла с моря. Посмотрите, как красиво смотрится белый цвет. Это вопрос о том, что на камеру можно все так красиво отснять. Но на самом деле эти рубашки пожелтели. Эти рубашки у меня пляжные, и я перевела их в раздел, в разряд, точнее, пижам. Поносила как пижамы, сейчас просто очень холодно, такие пижамы уже мне не нужны. И все, от этого я тоже избавляюсь, потому что это уже не нужная вещь. Ну и последняя вещь, от которой я решила избавиться, количество этих вещей я совершенно осознанно сократила. У меня дома 5 скатертей. И я поняла, что 5 скатертей мне совершенно без надобности. Теперь дети едят достаточно чисто, соответственно, одна скатерть используется, другая в стирке, постиралась, высохла и ждет своей очереди непосредственно на полке. Поэтому я избавляюсь от 3 скатертей. Этим скатертям очень-очень много лет. Я совершенно точно знаю, что они свой ресурс эмоциональный, эстетический, а также функциональный выбрали по максимуму. Соответственно, я оставила в это расхламление всего 2 скатерти. И также я расхламила детскую одежду и очень хорошо расхламила детские головные уборы. Я поняла, что на моих детей, когда мы выходим на холодный сезон, например, необходимо 5 шапок на 3 детей, не больше. При этом у каждого ребенка, если, скажем так, количество шапок разделить на общее количество детей, приходилось, я не преувеличиваю, 8-9 шапок. Огромное количество. Большая часть этих шапок моим детям уже не подходит, не идут. А другая часть растянулась, третья часть подзакаталась, выстиралась и так далее. И, соответственно, померив все шапки, попросив детей померить шапки, я поняла, какие мне не нравятся на них. Я поняла, какие они не хотят носить, потому что то колет, то еще что-то, то как-то неудобно. И просто-напросто я расхламила все детские головные уборы. И могу сказать, что как раз-таки детские головные уборы – это пример того, как когда-то я совершала покупки впрок, покупки в прозапас, покупки, которые ну, никак не поддавались никакой математической логике, потому что все шапки, которые сейчас используют 3 моих детей, это все шапки, купленные для Егора. Вот так бывает. Ну что ж, такое расслабление у меня на сегодня. Желаю вам иметь, как всегда, часто говорю в своих видео про расслабление, можно меньше, как можно реже расслабляться, прежде всего, потому что нет в этом никакой необходимости. Это значит, что мы контролируем свое потребление очень-очень хорошо. Скоро выйдет видео в рамках о минимализме, где я расскажу, как я поехала в супермаркет. И видео должно было стать просто моей закупкой продуктов. Возможно, кому-то это будет интересно, но тем не менее, то, что я увидела в супермаркете, породило тему для как раз-таки видео о минимализме, снова о потреблении, о тех стереотипах, под которыми находится среднестатистический потребитель, коим я себя, в общем-то, до сих пор считаю. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.